Полоса неудач настигла главную футбольную команду края — барнаульская «Динамо». В рамках 15-го тура первенства России бело-голубые встречались с новотроицкой «Ностой». В первом тайме зрители увидели 3 забитых мяча с интервалом в 13 минут. За пару минут до конца поединка «Динамо» проигрывало 3-1. Забив еще гол, барнаульцы сократили отрыв в счете. Однако, чтобы сравнять его и спасти игру, не хватило ни сил, ни времени. Как итог, 3-2 «Носта» выигрывает, чем самым нанеся 3-е поражение подряд флагману алтайского футбола. Большое количество забитых голов. Но в целом, я считаю, равная игра. Да, то, что в первом тайме опять неразбериха при подаче соперника углового, не разобрались, мяч не зашел, то есть добивание, второй гол тоже не успели подстраховать. Ну, даже при счете 3-1, да, когда мы побежали отыгрываться, мы имели 2 хороших момента, конечно, и в нашу сторону могло прилететь на быстрых выходах. Ну, а так, где-то не хватает мастерства. А вот у хоккеистов «Динамо Алтай» дела обстоят чуточку лучше. Команда продолжает феерить в чемпионате ВХЛ. И в воскресном домашнем матче был обыгран «Нефтяник» из Альметьевска. Основное время матча завершилось боевой ничьей 2-2. В дополнительном времени болельщики голов не увидели. И все решилось в серии буллитов. Там, точнее, оказались барнаульцы. Победа 3-2. Хороший боевой матч. Конечно, очень рады победе. Не знаю, триллер в Маниле, есть такое выражение, да? То есть всех держал напряжение. Мы с Эдуардом Анатольевичем знаем давно друг друга, играли вместе в Омском авангарде. Нас многое связывает, не просто молодые годы. Очень хорошая команда соперника, очень. Железные прутья гнутся, а вот представители школы киокушинкай карате не сломаешь. В Барнауле завершился Кубок Евразии. В столицу края приехали порядка 1000 участников из России и Казахстана. Болельщики увидели показательные выступления, настоящие поединки и даже лицезрели, как спортсмены гнули железные прутья. 5 татами, 2 соревновательных дня и 60 комплектов наград. По итогам турнира гости из Северо-Казахстанской области заняли 3-е общекомандное место. Спортсмены из Алтайского края на 2-й позиции. Ну а на первой строчке представители Кузбасса. И в конце еще пару слов о футболе. Накануне состоялось награждение за летний сезон под эгидой Алтайской краевой ассоциации мини-футбола. Награды нашли своих героев, лучших игроков, голеадуров и надежных вратарей. Всего вручили более 100 различных медалей и кубков. Сезон для алтайского футбола просто выдался супер успешно. Наш алтайский футбол сделал серьезный шаг вперед. Ну, естественно, мы продолжаем развитие проекта «Футбол в школы». И сегодня вот и собрались и ветераны футбола, и молодые ребята. Когда мы будем чествовать, естественно, мы все подтвердим. Футбол не только жив, футбол двигается дальше. Дмитрий Дроздов, «День с толком».